вторник в Самарской области возможны кратковременные дожди. Днем облачно с прояснениями плюс 20, ночью плюс 12. Ветер юго-западный порывистый до 10 метров в секунду. В Сызрани переменная облачность плюс 21, к вечеру плюс 13. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. В Тольятти облачно, без осадков, днем плюс 20, плюс 12 ночью, ветер западный 5-7 метров в секунду. В Самаре днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, плюс 20, к вечеру плюс 14, ветер юго-западный порывистый 8-12 метров в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 55%, магнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.